Дисклеймер. Привет, я третий. Ну что ж, вот и настал момент в Таганроге 2 дойти до волшебного чуда девочки Манопы. Сейчас посмотрим, как она побеждает монстров. Нажмите старт. Ну, допустим, погнали. Ну, давай, уровень 1. А средняя, это что у нас вообще в бой? Похоже, чтобы мои руки были запятнаны. А, это сложность. Ну, давай среднюю оставим. Как тут вообще играть? А нам что, объяснять не будут? Так, ну пробел это прыгать. Хорошо, а отбить как? Ага, shift. Подожди, shift что ли? Не понял. А, shift это ускорение. У нас время заканчивается. А чё? Подожди, а заново нам будут вообще объяснять управление? Волна 1, зашибись. А, сверху просто прыгать. А это считается вообще? Нет, это не считается за результат, но у меня 20%. Это минус 20 хп, что ли? Да нет, это вроде считается за результат. Уже 40%. Нормально, то есть в этом и есть смысл. Их просто в толпу собрать и прыгать на их лицах. Вообще шикарно. Да, но это, слушай, не очень-то сложно будет. Я думал, это хотя бы поинтереснее, это реально какую-то историю расскажет, а это просто... Не, по-моему, это не считалось. А как тогда? Чё за звук? Я не понял. Так, подожди, выход. Ещё раз. Я не понял, а как это играть? Помощь давай-ка. Движение, прыжок, спец, бежать, рисовку, превратиться в усами, открыть меню, паузу, подожди, движение. В этом режиме ты будешь управлять монами, чтобы сражаться с монозверями, чтобы населили этот остров, используя свою магию чуда, чтобы создавать волшебные круги и победить монозверей. Беги и рисование волшебных круг. Если зажать контроль во время ходьбы, то ты будешь бежать и рисовать волшебную линию. Если ты нарисуешь этой линией вокруг, он станет волшебным. Круг, твоя магия активируется. Используй это, чтобы атаковать своих врагов. Твоя магия может исчезнуть, если твои круги слишком маленькие. Если ты будешь бегать слишком много, монами устанет. И остановится отдохнуть. Будь осторожен, когда Манами начинает петь. Атака в прыжке. Используй прыжок, чтобы прыгать на врагов и вырубать их. Остерегайся монозверей с шипами на голове. Если прыгнуть на них, то ты понесешь урон. Вихревая атака. Если нажать Ctrl K после прыжка и вражеского урона, то ты вихревую атаку. Шкала усами. Шкала в нижнем левом углу. Это шкала усами. Она изменяется в зависимости от того, сколько урона ты получаешь и... наносишь. Когда шкала усами заполнится, ты сможешь рисовать более длинные волшебные линии. Превращение усами, если ты сможешь, ты нажмешь там гейм, когда шкала усами будет заполнена на 100%, ты временно сможешь превратиться в усами. В этой форме ты неуязвим и усилен, если твоя волшебная сила и длина твоих волшебных линий тоже увеличится. После определенного промежутка времени ты снова превратишься в маноме. Все понял. Комбометр. Чем дальше ты делаешь комбо, тем больше ты получаешь золота за победу над врагами. Так, все, молочко восстанавливает немного здоровья, печень восстанавливает много здоровья, кукла Маноми немного заполняет шкалу Маноми, подарок содержит в себе экипировку, число увеличивает время, золото в зависимости от того, сколько золота ты получишь. Понятно. Все, короче, я понял. Погнали. Вот оно, оказывается, это что-то типа... А давай среднее нормально. А, да, в натуре, смотри-ка. Так, давай-ка вот так сначала. Попрыгаем на них. Чтобы у нас линия более длинная была, правильно? Вот только рисуется оно не на Ctrl, если что, а на Shift. Так, попасть бы по ним еще. А, ё-моё. Это, в принципе, несложно, я понял. Чисто для интереса можно пройти, почему бы нет. Мне ж просили сюжетные пиксельные игры. Ну, почти сюжетные и почти пиксельные. 50% считай от того есть. Давай, так. Все отлично. Ничего себе. Да ну нафиг, ты видел, что с ними случилось вообще? Так, давайте всех соберем.
А, ни хрена себе, розовые атаковать будут. А розового что-то не задело, смотри. Это нечестно. Какого хрена? Вязка с кроличьим. Это мне 933 секунды, серьезно, надо? Не понял. А что за деревья? Музыка какая ублюдская. О! Наконец-то. Розовых еще фиг победишь, слушай. Что это было? А где у меня хп пишет? Заколебал вот этот. На заднем фоне. Что это вообще такое? Капец. А, вон, за мной даже сердечко нарисовано, в котором в виде воды показывается, сколько у меня хп. Так, ладно, отлично. Печенька есть даже. Блять, я опять на таб случайно нажал. Ну, сюда иди. Наконец-то. Да ты заколебешь, слушай. Наконец-то. Волна 4. Короче, это просто вот так вот бегать и их захватывать. Серьезно. Короче, это что-то типа змейки. Не скажу, что это прям интересно играть. Скорее всего, я просто этот один остров попробую, все. На один выпуск. А, подожди-ка. Да вы заколебете, слушайте. Наконец-то. Где от тебя осталось, да? Вот так вот. Наконец-то. Пятая волна. А вот с рогами, которые, видишь? А, нихера себе, они еще кидаются колями. Подожди, а что они засчитались? Подожди. На, падла. Прыгай сразу. Упал. С колями не сваншотилось, прикинь. Как бывает. Знаете, еще минус двое. Так, хорошо, следующий у меня. Вот он, последний остался. А почему не засчитался за круг? То есть я тут буквально круг еще должен вырисовывать, видите ли, смотри. Наконец-то. Пока мне это что значит вообще? Давайте вот так вот сделаем. Вот так вот большой-большой-большой круг. Слишком большой круг, и я устал. Нет-нет-нет-нет! Значит, превратимся в супер-маноми. Сделаем больше круг. Сразу все. Вроде. Да, сразу все. Давай соберем всех сюда. Да ты не вовремя, конечно, превратилась обратно. Давай вот так вот быстренько пробежимся. Вообще идеально. Я подожди, нафиг ты это сделала. Хотя я молоко успел собрать, так что это мне круто восстановило. Все отлично. Собираем золото. Подарочек. А вот и монозверь. А, ну это в принципе не так долго. Ах ты скотина какой. Слушай, мне это не нравится. Давай-ка вот так сделаем, смотри. Пускай он прыгнет на меня. Лазер! Да ты заколебал меня уже. На тебя, падла. Сейчас надо включить супер маноми. Да стой ты. Сейчас мы включим. Сами отлично. Так. Так, отлично. Теперь быстренько бегаем вокруг него. Отлично, отлично, отлично. А сколько ему урона вообще нанес? Зашибись. Да что ж такое-то, а? Я понял, сначала на него надо сверху прыгнуть, чтобы ему нанести, чтобы он не двигался больше. Да ё-моё, а.
Сейчас надо. Вот так вот. Отлично, быстренько отбегаем вокруг него. В принципе, это не так долго. На одного монозверя я 10 минут потратил только. Короче, от красных мы просто уворачиваемся, когда он бежит. Когда он включает там лазер какой-нибудь. Блять, он как он заколебал, слушай. Пиздец. Ну он слишком сильный. Но вот почему я на него прыгаю, когда он только встает, и это не засчитывается. Наконец-то. Но нет, один хер, все равно не засчиталось. Может, его надо вот так вот в силовое поле долбануть. Но нет, ему тоже насрать. Давай. Так. Пиздец. Это сложно. Да, конечно, ага. Да ё-моё, хватит бегать туда-сюда. Отлично. Вот ему опять плевать. Я два раза уже ему по башке попал, ему вообще насрать. На второй раз, третий уже, четвертый был, пятый раз, шестой раз. А, ну зашибись, я его еще... Я его загнал в угол еще. Не могу тебе ничего сделать, зашибись, сюда иди. Так, быстрее. Ай-яй-яй-яй, быстрее. Да, отлично, успел. Но это сильно не помогло. Сейчас, все, у меня последняя хпшка. Так, отлично, быстренько. Бежим, бежим, бежим. Пожалуйста, все, я выиграл. Так, он уже начал дымиться, но все, я умер. Капец. Это мне столько уровней надо пройти, серьезно. Не, давай тогда легкий режим выберем и все. Смысл мы все равно поняли, правильно? Чтобы время не тянуть. Раз. Ой, дальше, дальше. Быстренько, так, так, так. Отлично. Следующее. Да, за взрыв камней мне тоже, по-моему, всякие бонусы кидают. Здорово. Зашиб... Опа, а этого не добили, смотри-ка. Отлично. Значит, сейчас пару волн всего лишь надо пройти, и все. Не так много. Чтобы полностью выиграть. Зашибись, отлично. А, все, нет, не все еще. Да, блядь, мне все равно урона нанесли. Отлично, молоком восполнил его. Слушай, а что? Они теперь все розовые. По-моему, это сложнее, чем в прошлый раз было, нет? Хотя я выбрал легкий режим в этот раз. Давай вот так вот. Оп. Да ё-моё. Но они разбегаются, что я поделаю. Наконец-то. Собирается пятая волна. Сколько тут всего волн? Быстрее, 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 быстрее. Он еще пердит, смотри. Так, станьте вы поближе друг к другу. Нет. А, в жопу колючкой. Неприятно было. Давай, наконец-то вот так. А, это еще... Нет, все, отлично. Вот так вот. Давай, сюда лети. Отлично. Да, ё-моё, почему не работает, а? Отлично, сейчас прям в центре захватил его. Ошибись, волна шестой. Кстати, какой кровавый режим ты обратил внимание? Хрена себе, тут все в крови. Прям мясорубка настоящая. Так. Да ё-моё. Да, блядь. Им нельзя спереди подходить к этим розовым. А ты сюда подойди, поближе. Чё ты там встал? Как я там должен? Ну, зашибись. Молодец, как я тут должен? Наконец-то. Подожди, чего? Мне показалось, Денделин, как будто этот. Монозверь... Ну, зверька вырастил. Ты чё, сразу всех? В натуре. Нет, не всех.
Один, конечно, тот единственный рук, который портит фотографии. Молодец. Так, последняя волна, отлично. Но это босс. Да, наконец-то. Сейчас попробуем на легком режиме. Потому что один фиг он меня бесит, сука. Стой ты. Так, падла. Нет, лучше там не ломать его, когда он у стенки. Ровно у стенки. Так, ё-моё, стой ты, тварь. Наконец-то. А почему не сработал? Да, тут просто режим сложности зависит от того, сколько надо ему по голове распрыгнуть. Ну и хп сколько, наверное, нанесем. Нет, сюда возвращайся, я там не буду стоять. Так, давай, и сверху сразу. Раз, то. Да, вот это, конечно, понапридумывали. Сверху режимов манон. Нет, да, ёб твою мать. Да хорош. Да стой ты, тварюка, на месте, а. Чёрт, блядь. Это что сейчас было? А вы уверены, что вы мне легкий режим поставили? Он сейчас еще сильнее. Ну, сейчас намного сложнее, чем, сука, на среднем режиме. Что за приколы такие? По-моему, должно быть наоборот. Сначала легко, потом средний, потом сложно. А не наоборот. Наконец-то. Наконец-то. Комбо 5. А сколько у него всего? Давай вот так. Оп. Да ёб твою мать. Давай. Оп. Да давай. Оп. Наконец-то. Отлично. Давай, 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 давай. Все, он уже наконец дымится. Так как тебе попасть-то? Сука, два косых встретились. Не я в него попасть не могу, не он в меня. Давай, давай. Сука, ах ты тварь. Ну я же тебе попал, а? Да, отлично. Быстро, 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 быстро. Так, чтобы он вот так лежит, чтобы побольше на него урона впустил. Это то есть в среднем режиме, когда он начал дымиться, это еще далеко не конец был. Нихера себе. Наконец-то. Наконец-таки. Ну, все. Я думал, это будет бесконечно. Так, сейчас опять пару волн легких, потом еще один сложный. Нет, это довольно-таки несложно. Хорошо, счет за лучше. Хорошо. Это, в принципе, не очень важно. Второй уровень, отлично. То есть в конце будет босс Монокума? Да, конечно, легкий режим, но нафиг ваши сложные режимы. Не хочу я время тратить. Просто вот так вот пройдемся по всем. Быстренько победим и все. Что, мне что-то подсказывает, что это не самый интересный режим будет. Давай, давай. Так, хорошо, добили. Следующий. Давай сюда, сюда, сюда обходим. Ай, да я из-за ваших взрывов не вижу, что происходит. Блять, зашибись. Так, давай-ка вот так вот быстренько. Ну, этот сам налетел, но этого было мало, я уже понял. Эти розовые бесячие, капец. Наконец-то. Уже шикарно. И вот эта вот, которая убивает целыми населениями, она нас учила добру. А где еще? Блять, козлина. Наконец-то. Все? Да. Ладно, три. О, сейчас много колючек делаю. А, бля. Так как так? Давай. Ну, тап. Давай быстрее. Теперь усами у нас отлично. Сейчас быстренько надо будет окружить их. Давай, давай, давай. Чтоб круг сделать. Бля, не получилось, ты прикинь. Ну вот как мне вот здесь сделать, чтобы их победить наконец-то? Сколько я хп на этих ублюдков потратил. А, его все равно еще живы, серьезно? Наконец-то. Ну наконец-то.
Тут, обрати внимание, есть и розовые, которые с колючками, и голубые. В чем разница? И те с одного раза выносятся. Спокойно. Так, короче, я их больше не буду собирать всех вместе. Теперь по одному буду так разносить. Ай, зря прыгнул. Так, отлично. Не-не-не, раз вы все равно сюда все зашли, нате вам, получайте. Не-не-не-не, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Так, замечательно. Быстренько обходим, обходим. Давай, подойди сюда. Успел, но слабо. Сюда, сюда, сюда. Да ё-моё, а. Отлично, я ещё молоко получил. Это в ХП восстанавливает, если я правильно помню. Ой, это кто такие? Хрен его знает, но главное, что они ко мне не подходят. Это уже хорошо. Но, по-моему, у них очень много ХП, смотри. Вот так вот снося их, они все равно не помирают. Их надо два раза попасть. Так, собираем дальше подарок. И плохо, что тут есть выносливость, но ее не показывают. А, вот где еще один. Ничего. Ну все, я думаю, выпали его. Да, отлично. Шестая волна. О, ну естественно, понакидали всякого говна тут. Блять. Ну да, попробуй здесь увернуться от всего вот этого вот. А, еще и в кактус. Ты прикинь, еще и в эти в кактусы нельзя врезаться, потому что они тоже тебе урон наносят. Ни хрена себе. Кто бы знал вообще. Давай тогда их тоже снесем. Слушай, ну их нафиг. Не мешает, реально. Давай так. Еще разочек на всякий случай. Да. Давай, давай, собирайся. Обходим. Тут хорошо сразу большой круг можно будет сделать. Отлично. Все, бо... Нет, не босс еще. Даже не пишу, что последняя волна. Есть. Дали какой-нибудь бонус? Да, печенька. Я так ни разу, кстати, не использовал вот эти вот бонусы, которые дают. Давай так. Я их сваншотил, отлично. Это что сейчас было? Ну, давай сюда и беги. Надо делать, короче, круг побольше с этими чепушилами. Чтобы они 100% попадали под влияние. Все, отлично. Босс. Нет, еще один. Так, кактус, я так понимаю, который выглядит как шляпа, да? Отлично, теперь волна 8. Хрена себе. Ого, ну это вы переборщили, ребят, слушайте, слишком дохера. Хорошо, я сделаю чуть по-другому. Раз вы не хотите по-нормальному, вот так вот. А, блин, ты видел, я почти загнал его в круг, но они решили, что сейчас очень вовремя будет снять с меня выносливость в маноме. Ну, маноме убрать. Да вы что, издеваетесь? Так, отлично, молоко, золото, последняя волна. А, последняя волна, это ж босс. М-ак. Ух, нихера себе. И что мне сделать с ней? А, просто, короче, бегать вокруг нее. А, ну это как... Это довольно-таки странный уровень. Точнее, босс. Прям очень странный. Я ж могу... Сука, просто вот так вот делать и все. А почему-то сейчас не сработало. Не понял, как это работает вообще. Так, давай-ка сначала кактус уберем. Он меня заколебал, честно говоря. Он мне мешает очень сильно. Да как так-то вообще, а? Наконец-то. Уж этот кактус ублюдский. Но он реально мешает. Что я поделаю с ним? Отлично. И еще раз сразу. Да ё-моё. Да, блядь. Включаем маномер.
Так, я так становлюсь немного быстрее. Отлично. И у меня больше радуга есть. Все что, это второй босс такой легкий был. А, подожди, еще не конец. Нет, конец. Вот они меня пугают, когда вот такую паузу делают. Ну и все. Ну и замечательно. Давай, это значит, два из трех есть уже. Хотя в целом успели бы даже трех. А тут раз-два. А, ну думаю, по два выпуска еще можно будет разделить. Так, короче, на этом все. Все ссылки в описании, напиши любой комментарий, поставь лайк, чтобы видео прыгнулось, также подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые игры. На этом все, скоро увидимся.